В Бендерах задержали похитительницу цветов, которая промышляла в центре города. Украденные растения вернули, после чего их посадили обратно. Обращаем внимание, цветочные клумбы под охраной милиции и системы «Безопасный город». Улица Сергея Лазо, Бендеры. Начало первого ночи 25 апреля. Напротив Преображенского собора камеры безопасного города зафиксировали расхитительницу городских цветов. Их там высадили буквально накануне. Вот женщина явно пожилого возраста целенаправленно идет к цветочным вазонам. Не спеша обходит каждую подставку, видимо, выбирает понравившиеся цветы. После рвет и все так же не спеша ретируется. Остаться неузнанной и безнаказанной у женщины не вышло. Расхитительницу цветов милиционеры задержали по горячим следам. Напротив церкви с клумбы были похищены зеленые насаждения. Проведенным мероприятием по горячим следам с помощью безопасного города по видеофиксации была установлена гражданка. В настоящий момент она находится в УВД, задержана. Свой поступок женщина прокомментировала эмоционально. Вела себя неподобающе. А что случилось? Почему вас задержали? Что случилось? Так им захотелось. Кому? Ну, важно, милиции кому. Ну, а почему вас задержали? Без понятия. Потому что вот эти цветы возникают по бабу. Оказалось, Юлия Ефимовна, ей 64, в поле зрения милиции попадала и раньше. В прошлом году пенсионерка также портила городские клумбы, рвала растения с корнем, а после пускала на продажу. Давайте цветы возникали с полкома. А что, я вечно называю своими именами. Из-за них что-то отсидела год. А зачем вы их украли? Чтоб продать потом, чтоб имел за нахлеб. Я бомж. Прописка у Юлии Ефимовны все же имеется. А вот украденные цветы, 4 петунии и герань пришлось вернуть. Они уже заняли свое законное место в уличных вазонах. Женщину ждет административный штраф. За совершенное правонарушение данная гражданка уже ранее привлекалась к административной ответственности, также совершала подобные правонарушения, попала в наше поле зрения, была установлена, так мы знаем, в настоящий момент проводится мероприятие, она будет привлечена к административной ответственности. Оборвать цветочную клумбу и уйти от ответственности не получится никому. Уличная красота в Бендерах под охраной милиции и системы безопасного города.